Урта, солнышко, я очень так люблю тебя. Я хочу снег. Снег, мы же сейчас куда с вами едем? На катание. На катание. Мы едем на каток, и сегодняшнюю субботу мы начинаем наш влог с катка. Сейчас собираемся и в путь. Сегодня обещают плюс 12. Сейчас уже на улице плюс 2. И будет очень-очень тепло. Паша! Нет! Это у них свои забавы. У вас свои забавы? Ты хочешь прям на ногу ей наехать? Да. Вот такие вкусные оладушки нам мама печет по утрам. Сначала каша, потом еще оладушков с медом. Вот такой мед нам прислали из Башкирии, вот в таких баночках. У нас здесь колорадский свой хороший мед, но вот, честно скажу, из Башкирии очень крутой. Время, собственно говоря, 9 часов утра, и здесь такая тишина, практически совершенно вот никого нету. Такая же картина, в принципе, и в любой другой день. То есть на улицах вот такого, чтобы там вот столпотворение вот в нашем районе, да, там шумящих детей, такого нету. В других районах есть, но вот здесь у меня очень спокойно, у нас здесь вообще очень круто. Нас пятеро. Ой, Мисс Анюта, ты снимаешь? Мисс Анюта, да, мы приехали блогер. На каток. Мисс Анюта блогер из канала Юзу Багров Лайф. Она сегодня снимает. Тебе? Пойдем там. Пойдем туда? Да. Ну, пойдем туда. Может, ты слезешь с моих ручек? Нет. Мне холодно в снеге. Да? Да. Так теплее? Да. Нашего возвращения. Мы сегодня... Я сейчас немножко сниму для нашего влога на Ютубе. Машенька, смотри, тоже будут кататься, да. Мы сейчас идем на коньки. Снимать будет мисс Анюта. Снимать будет видео для Ютуба мисс Анютка. Ты уже готов? Не, давай вот туда, вот туда. Классные коньки у Пашки. Да? You can go, if you feel comfortable. Okay, ты готов? Да. Ой, я готова. Я готова. Пришли мы на такую площадочку, где каток. Давай-ка мы Олега подождем. Подожди, а то я и правда подушусь на тебя. Тебе нравится? Держись. Держись. А то я сейчас сам упаду. В общем, вот такой вот классный каток здесь. Ужас. Рома. Меня затащили. Машенька, тебе понравилось? Ты чуть-чуть покаталась, да? А тебе? Снять хочешь? Сейчас. Не оператор. А что снимать-то? Я хотела вон у тебя сопля когда... на носу висит. Ну вытри уж это. Ой, фу, какой-какой. Это то, что вы не видели в перископе, я снял для канала YouTube. Так что покажу вам сопливую мисс Анюту. Нет у меня сопли. Где Рома-то? Классно, что они здесь такие огоньки поставили, согревающиеся, если кто замерзнет. Он Пашей. Держись. Их обучают сейчас, как правильно нужно падать. Купер!
Класс, молодец. А мы с Машунькой наблюдаем, да, со стороны, как папа с Пашей катается. Как здорово они обучают малышей. Молодцы. А вон мои малыши. Мои малыши едут. Ура! Давай, 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 давай. Сердечек. Смотри, кого летит целый миллион сердечек. Машеньки. Маша и Паля хотят кушать. Да, я тоже уже кушать хочу. А, кстати, каточек будет, так скажем, аппетит. Хорошо, я здесь в центре знаю хорошее место, где можно покушать. Да, пойдем. Где обувь? Давай мы переобуемся. Покажи свои перчатки модные. Поднявшие. Вон, знаешь, какие перчатки у Паши? Паша! Паша! Нина! Нина идет, сейчас Ниночка придет. Сегодня, наверное, я не стоял на коньках, наверное, ну, года два. Да. Точно. Года два. Но я катался, я играл в хоккей. Было время. Я уже говорил, в Перископе мы собираемся сделать интервью с одним парнем, который приехал из России, играет здесь, в Денвере, в Колорадо, за американскую команду. Хотим сделать с ним интервью. И я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже до Крисмаса у нас это получится. Тут Рома проходил. Я, кстати, вчера познакомился с одним хоккеистом русским. Он играет в Денвере. Вот в той команде, о которой ты говорил. Я не помню, как она называется. Аванч. Да. Кто там? Его зовут Арсений. А фамилия? Арсений. Ну там Арсений один. Нет, я по именам-то не знаю, их фамилии знаю, номер. Я ВКонтакте с ним списался. Я бы не стоял так близко ко мне. Это точно, я лучше от него отъеду подальше. Красиво у нас здесь очень. Горы. Немного снега и тепло. Сегодня очень тепло. Я бы не стоял, говорит, ко мне так близко. Это Паля освоил перископ, джойстик. И он сейчас сам управляет здесь, так как бы, типа, вот он я в перископе. Папа, я хочу... Что? На площадке. Сейчас пойдем на площадку. Пойдем, Ром. Пойдем уже, мы закончили. Мы хотим кушать. Маша хочет на площадку, но мы еще хотим где-то что-то съесть вкусное. Давайте, давайте, снежками. О! Попало все-таки. Да, мы тут нашли кусочек снега. И вот дети издеваются над Ромкой. Я, да, Ромка Пиндос. Я обязательно это вставлю на канал в YouTube, вот предыдущий файл. Нет, они не понимают, еще рано.
говорить. Нашли мы кусочек снега все-таки. Вон дети тащатся, играют в снежки с Ромкой. А там продолжается класс по катанию на коньках. Девушка София Миттерсленд. Если вы потеряли свой ID, подождите, кто поняла, да? Давай, давай так. Обоснуй. Обоснуй разницу лицемерства между национальностями. В ботинках грязных не надо на кресло. Они, они не такие уж прямо чистые, но все равно не надо. Сейчас я покажу это кафе. Здесь вот мы присели сейчас. Такие вот здесь вкусняшки. Веган. Для веганов кукис. Такие вот. А что ты хочешь? Что ты хочешь здесь сладенького? Может быть, кексик какой-нибудь? Да, хочу. Или пойдем его сейчас кушать? Печенька! Положи, мы эту печеньку не будем кушать точно. Хочу. Такое пианино, посмотри, какое. Хочу кексик. Мы присели в автомобиль и сейчас отправляемся и кушать. Будем искать, где нам покушать. Где нам покушать красиво, много и в меру полезно. У меня слово. Мы приехали в итальянский ресторан Olivia Garden, где уже снимали. Мы, к сожалению, в ресторане не снимали. Я не мог найти батарейки. Я не мог нигде найти в машине батарейки, куда я попрятал от GoPro батарейки. И вот, собственно говоря, уже покушав из итальянского ресторана, мы сейчас выезжаем за елкой долгожданной. Так что вперед за елочкой. Через 2 минуты мы приедем на елочный базар. И мы, да, потому что я солнышко так вот, мы будем выбирать елочку вместе с вами. Я веду сейчас перископ, трансляцию, и ребята с перископа помогут нам выбрать елку. Мы приехали покупать елку. Вот такой елочный базар здесь организован. Мисс Анюта, ты что, из тепла в холод вышла? Тебе холодно? Вон американцы уже увозят, смотри, на джипах, на своих, вон, на крышу бросают и увозят елочки. Мы тоже сейчас выберем красивую, классную елку, да? Да, мы приехали. Мы сейчас посмотрим вот этих оленят. Мои малыши вот стоят здесь. Маша такая увидела этих оленей. Классные? Чего, нравится? Мам, смотри. А? Смотри, какие прикольные. Мам, нос смешной. Смешной? Да, нос. Нос смешной, говорит. Нос смешной. Ну что, пошли. Я еще раз скажу, что я сообщения не вижу, потому что у меня во второй руке GoPro, а сообщение у меня на телефоне теперь в кармане. Маша, чего? Сух? Так, пошли. Hi, guys. Good. Every day good. Ready for free, huh? Yeah. Okay. How much? Big. Like this, yes. About 300? Yeah. About 300? 300, 250 bucks? Something like that, guys, like 79, 89. Yeah, like you're looking like 7-8 foot, they're like 79. Сейчас посмотрим, выберем сначала, посмотрим, какие здесь красивые елки. 59? No bad. 59? Да. Ну нормально, нормально. Слушай, такое ощущение, как будто в лесу ходишь. Куда потащил? Куда потащил? Ну-ка верни елку. А пахнут они? Понюхай, кстати. Я не уверен, да, что... Да, пахнет. Пахнет? Пахнет. О, блин, пахнет. Она офигенно пахнет. Папа! Папа! А мягкая такая. Папа! Ты пробовал? Пахнет? А-а-а. Ну что, давайте выбирать, смотрите, ходите по сторонам. А мне вот эта вот понравилась. Какая? Которую мы нюхали. Которую вы нюхали? Да. Слушай, не зря вы ее нюхали. Ой, да. Да. Ну, let's go. Вот она! Нашу красавицу потащили. Это наша елочка, которую мы сейчас повезем домой. Так, Маша, в сторону. Be careful.
No. 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 Он говорит, удалить вот эти вот ветки, нет? No. Good enough? Yeah, good. Alright, come on, we'll tire it up. This. You got a pen, check or cash? Я попытался ему предложить снизить цену, но это не прокатило, слышишь? Это в России можно договориться это дешевле. Еще елку крутит? Чем? Но 89 нам елка обойдется $89. Причем на елочных базарах они берут либо чек, либо наличные, кэш. Я не знаю, как они привяжут, но офигеть! Они каким-то образом сами решили привязать, хотя у меня есть специальные веревки. Мам, ты видишь сервис? Пацаны сами, слышишь, привяжут, сказали, не надо, не переживайте, мы все прикрепим. Смотри. Паля тут резинку какую-то, смотри, надыбал. Ты знаешь, я сейчас еще пробегусь, для Ютуба немножко зацеплю, так скажем, видео. Но, слушай, мне елка понравилась, честно скажу. Она классная. Давайте я сейчас положу кошелек обратно. Это я тебя поснимаю. Маша, садись. Так, я сейчас... Смотри, такие они... Не классные такие. Смотри. У этого даже нос есть. Смотри. Во сколько вы поженились? Ну, мне было сколько? 39, мисс Анюте было 17. Сколько олень стоит? Guys, how much? Just information. How much? Big one. Hold on, big one's at 25. 25. 25 баксов. 25 баксов стоит вот and этот these вот. These are 30. Вот этот маленький сидячий 30-ку обойдется. Третью, Олегу бы третью руку. I make them. You? Mm-hmm. Appreciate it. It's yeah, very, very, very cool. It's a really good idea. Yeah. And it's, people like it. I started with that one. Yeah. And then I kept making more. Cool. Cool. And, cool. I sell them because a lot of the kids like make them. Money. You have to make money. I know. I know. Такие вот. Они правда классные. Очень, очень приятно пахнут елки. Смотри. У нас только пальмы. О, братва, привет. Привет, братва. Мне бы, правда, третью руку. Было бы здорово. Мне очень нравится ваш перископ. Мне тоже нравится мой перископ. А мне еще очень нравится, и я очень люблю свою мисс Анюту. Все, пошли, ура! Мы теперь укомплектованы и готовы к Новому году. Ну, слава богу, мы купили елку, и мы теперь едем ее наряжать. Мы теперь должны закончить влог с наряжанием елки. Так скажем, влог с покупкой закончен, теперь нужно сделать влог, как мы елку наряжали. Все. Добрались, у нас здесь темно. Темно, вот только фонарь вот такой вот под домом светит, яркий. Елочка, вот она наша красотка. А кто там сидит? Кто там притворяется? Кто притворяется, как будто ты спишь? Бандит маленький. У меня сегодня был эксперимент. Эксперимент, связанный с перископом. Я делал трансляцию длинную и наблюдал, так скажем, это мой психологический эксперимент. Комментарии, ну, появление разных людей из разных регионов, потому что она была достаточно долгая, 7,5 часов я транслировал. А я даже ссылку здесь вот ниже сейчас вам здесь размещу. Офигня! И в этой трансляции было и санки мы ходили, мы и в ресторан ходили, мы и гуляли, мы покупали елку, много чего. То есть от рассвета практически до заката, то есть весь световой день мы смогли вам показать. А, подожди, кто-то не снимает. Давай. Я надеюсь, видно будет. Я тоже надеюсь. Раздела Павлика, поухаживала за братом.
вешает на вешалочку. Круто, Маш? Крутяк. Молодец. Давайте, разувайтесь, ставьте ботинки на место. Мы будем сейчас определять нашу елочку. Да, у меня все руки уже в смоле. У нее по стволу смола. Я уже весь испачкался. Короче, вот эта вот штуковина крепится к ней. Это мы отдельно взяли. Вот такими боковыми болтами она фиксируется. Вот, и мы единственное сейчас, наверное, в этот угол подстелим вот этот вот целлофанчик, который купили, да? Как тебе день наш сегодняшний? Да я умоталась вообще. А что для тебя лучше, дома сидеть или вот вместе с нами мотаться? Вместе с вами мотаться. Чему хороший? Помоги ему, пожалуйста. Видишь, он... Нет, туда лую. Ты что так нервничаешь? Туда лую. Я снял. Чему хороший? Ты устал уже просто, да? Ты носом ударился о колено. Маша, давай, молодец. Помощница наша растет. Давай старшему брату надо помогать. Он пока, видишь, такое вот ленивое создание. Давай, я тебе помогу. Держи ботинок. Вот, видишь, вот так вот. Все, молодец. Ботинки сразу на место относите, пожалуйста, ладно? И руки мыть. Мы сейчас приехали, нужно обязательно сразу мыть ручки. Помогать. Да. Давайте, помогите. Знаете как? Я буду держать вот эту бумагу, а вы ее раскатываете. Не-не-не, смотри, нам нужно положить вот этими красивыми снежинками вверх. Я буду здесь держать, а вы на себя ее раскрываете. Только не сгибайте сильно, хорошо? Хорошо. Смотри, как мы подложим ее под елочку. Все, стоп. Вот сюда. Давайте. Паша, пойди. Вот так. Молодец, Пауш, спасибо, брат. Вот, все, опускайте. Сейчас я возьму ножницы, мы отрежем и положим несколько слоев. Слой положили, опускайте на землю опускайте, на пол. Так, Павлуша, отпусти сейчас. Мы вот так сейчас положим второй слой с вами. И получится внахлёст. Мы закроем ковер, чтобы иголочки, когда будут сыпаться, чтобы они в ковер не сильно сыпались. Окей? Так, Павлуша, помогай Маше. Давай, мы без тебя не справимся, сынок. Все. Отойдите ножки туда чуть-чуть подальше. Все, опускайте. Сейчас я лишнее отрежу. Да. И все будет хорошо. Это как много снега. Это как будто снежинки. Вот так вот отрежем. И все будет хорошо. Вот это к мехой. С мехом? Да. Классно, да? Она пахнет вообще круто. Попахни, пап. Попахни? Маш, я тебе уже сколько раз говорил, не попахни, а понюхай. Папа, понюхай. Лесом. Причем канадским лесом. Ну что, вы там смотрите? Это зрители нашего кинотеатра. А фильм называется наш «Елка за бугром лайф». Ну что, давайте ее поставим. Я буду ее выравнивать, а вы мне будете подсказывать, чтобы она стояла ровно. Сейчас мы ее, видите, ровно сюда поставим, выровняем. Угу. Прям вообще тютельку. Дай посмотреть. Как говорится, мама говорит, Маша говорит, попахай, понюхай, как она пахнет. Класс. Слушай, а по высоте? Я же говорю, прямо тютелька. А посмотри, как я подстелил эту штуку. Здорово. Здорово, это что-то листик, я думаю, что за коричневая. Да. Слушайте, ну, ребята, давайте мы только, знаете, завтра съездим с вами, поменяем эти жалюзи хозяйские на шторы. Что-то пора уже, по-моему, давно. Папа, смотри. Так, Павлуш, вот это вот. Смотри. Ау. Ну, господи, боже мой, это твой новый номер? Это какой-то вот прям лебединая танк, лебединое озеро. Паш, смотри, как Маша умеет. А ты к елочке подойди, покажи, как ты делаешь возле елочки. Да, Маша. Это круто. Это реально круто. Такая вот у нас растет балерина. Сегодня еще и на коньках каталась. Сегодня столько всего произошло. Да, Павел? Да. Не всегда. И так можно
Иди-ка. Она видела сегодня, как девочка каталась на коньках и делала шпагат. Вот так вот, да, ее это очень восхитило. Папа, давай украсим ее. Маш, надо ей немножко постоять. Нам сейчас нужно еще ей водички налить. Там внизу нужно залить ей водичку, чтобы она попила водичку. И вот, расправила елочки. Она же сейчас раскроется, она чуть-чуть станет такая вот пушистее. Потому что, видишь, у нее веточки вот сюда сейчас такие вот будут опускаться. Хорошая. Очень красивая. Ты? Ну да, это ты выбрала вообще. Спасибо тебе. Папа, почему она будет спускаться? А что у тебя во рту? Ну-ка давай. У него вода, что ли, там? Подстава, это подстава. Сегодняшний наш влог мы заканчиваем. Заканчиваем с постановкой елки. Смотрите наше следующее видео, это будет «Наряжаем елку», потому что я уже и так затянул этот влог с елкой, поэтому мы соединим его в продолжение с предыдущим, который на той неделе начался. Помнишь, мы когда поехали за елкой? Да, я помню. Вот, так что, ребят, спасибо огромное, спасибо вам за внимание ваше, спасибо вам огромное за сегодняшнюю трансляцию, которую вы с нами присутствовали. Огромное спасибо, это было очень круто. 7,5 часов в перископе, да, в режиме онлайн, общение тет-а-тет с вами, это круто, спасибо вам огромное. Это она елка, вот она эта елочка, которую мы... Малыш, ты малыша заказал, это медведя своего в халат мой убрал. Маша, не надо поднимать, он тяжелый. Так что, ребята, спасибо за комментарии, за лайки, и мы в ближайшее время снимем... как мы ее будем наряжать. Ну, наряжать мы будем ее завтра, конечно. Почему завтра? Ну, потому что сегодня она постоит, попьет водичку. Давай ей налеем, попеет. Попеет, Маша, попьет. Все, ребята, скажи, ребята, пока.